Поезд Победы. Уже в шестой раз в преддверии Дня Великой Победы он прибывает на станцию Пермь-2. Правильнее сказать, прибывают. В 2023 году поездов сразу два. Два ретро-поезда с 12 и 11 отреставрированными вагонами, во главе которых были раритетные паровозы ЛВ-0123 и Л-3111. Простояли у железнодорожного вокзала Перми несколько часов. Несколько тысяч посетителей смогли познакомиться с вагонами и техникой, которые добыли победу в Великой Отечественной войне. Поезд замечательный, конечно, будем так говорить, с самого начала. То есть вот этот старый паровоз, который идет, вот приходит на перрон, пары пускает, это, конечно, сразу так заряжает. Экспозиция, ну, интересно, я на самом деле впервые находился, вот прошел через санитарный вагон. И просто представляешь, раньше все в основном в хрониках военной тематики видели, как в этих вагонах проводятся операции и так далее. А здесь вот на самом деле осознать просто тяжелейший труд военных медиков, которые творили чудеса, это по сути дела на ходу, короче, нужно было оперировать больных, причем под бомбежками там, под этим. Это огромный нечеловеческий труд, это просто нижайший поклон вот тем оставшимся живых, их уже практически совсем мало осталось. Посетители передвижной выставки могли увидеть несколько типов вагонов того времени. На открытых платформах располагалась техника: легендарный танк Т-34, пушка ЗИС-3 образца 42 года, реактивная установка «Катюша», грузовой автомобиль ЗИС-5 трехтонка и другие. Это очень здорово, особенно для современной молодежи. Дети видят это только с экранов телевизора, да, но все равно трудно погрузиться и понять, как это было на самом деле. Здесь это все настолько представлено, и экспозиция, и видно, как это все проходило, как было трудно. Ну, мне очень понравилось, интересно, как было раньше, раньше годы. Интересно, как делали операцию людям, которые ранены были. Очень интересно погрузилось в прошлое, как будто. ГАЗ-67 и некоторые другие экспонаты были представлены Пермским автомобильным музеем «Ретро-гараж». Техника была отреставрирована и представлена на платформе в рамках реализации проекта «Аристократы горнозаводской цивилизации». В очередной раз участвуем в проекте «РЖД Эшелон Победы». Коллеги очень тепло нас принимают, включают свои всевозможные событийные мероприятия. «Эшелон Победы» – идея Свердловской железной дороги, в котором активное участие принимает «Ретро-гараж». Это проект, который без ложной скромности был разработан и реализован на Свердловской дороге. Он тиражируется другими дорогами. Проект «Аристократы горнозаводской цивилизации» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, и он направлен на сохранение материального промышленного наследия и исторической памяти с акцентом на региональную индустриальную историю и патриотическое воспитание молодежи через распространение среди подростков и молодежи знаний о достойных людях, много сделавших для процветания России. Он способствует формированию условий для развития и самоопределения молодого поколения на основе духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе в интересах граждан и государства. В центре внимания личность Дмитрия Федоровича Устинова, легендарного выпускника и гордости питерского военмеха, выдающегося военного инженера и талантливого организатора гражданского машиностроения на оборонных заводах Перми и Ижевска. И именно благодаря Дмитрию Федоровичу Устинову мир увидел ижевский москвич. Во-первых, Пермский велосипедный завод в течение более 30 лет изготовлял переднюю подвеску для ижевского москвича и рулевое управление. Наша технологическая история неразрывно связана с ижевским автозаводом. Во-вторых, Дмитрий Федорович Устинов, это его была идея создать Ижевский автомобильный завод для борьбы с дефицитом легковых автомобилей в Советском Союзе. И в то же время интересный момент, что один из вариантов размещения нового будущего автомобильного завода по производству москвичей предлагалась в том числе и пермская площадка, но впоследствии была отвергнута, и все-таки автозавод получился в Ижевске. Но, может быть, это и к лучшему. И вот вокруг личности Дмитрия Федоровича Устинова, его инициативы по созданию Ижевского автозавода, тот факт, что часть узлов и деталей производилась в Перми, тот факт, что для сборной Советского Союза Ижевский автозавод готовил очень серьезные автомобили для международных соревнований, и в том числе пермские НИИ и оборонные заводы
тоже принимали участие в изготовлении уникальных комплектующих, для этого и Шралли с использованием оборонных технологий. Вот все это нас подвигло на эту выставку, где представлен практически весь модельный ряд ижевских автомобилей, в том числе самый первый с кузовом «Москвич-408» 1966 года выпуска. Город Ижевск в канун второго года пятилетки начал выпускать легковые автомобили «Москвич-408». Кадры рабочих молодого завода приобретали опыт в автомобилестроителей Москвы и Горького. Жарким летом 2023 года отреставрированные и как новенькие ижевские москвичи проехали по городской набережной. В составе выставочной колонны проехал и Илья Ярковенко. Своего рыжего москвича он буквально нашел на улице. Мы бродили с женой по Крохолевке и случайно увидели там в заброшке буквально под деревом, засыпанный листьями, грязью, вот этот автомобиль. Я его посмотрел, нашел хозяина. Спросил, сколько денег стоит, потому что мне машина понравилась, то, что она была целая, не битая, в принципе, восстановимая, так скажем. И потом ушло несколько лет на то, чтобы довести его до такого состояния. То есть, ну, в принципе, здесь осталось больше 90% оригинальных деталей. Здесь только оптику я поменял, потому что она от старости уже просто разложилась. Все остальное у него родное. Эта машина, можно сказать, возвращает Илью в детство. Первый раз за руль я сел как раз за «Москвич», мне было 7 лет, дед меня посадил, дед меня научил ездить. И вот этот запах «Москвича», я не знаю, как он создается, но вот все «Москвичи», они в салоне пахнут одинаково. То есть, и вот чисто внешне, в общем-то, понравился. Жена сказала, надо его пожалеть, надо его забрать. И вот, в общем, так вот он у нас стал семейным автомобилем. На событийных мероприятиях проекта были представлены современные для 60-х и 70-х годов действующие образцы отечественных гражданских и спортивных автомобилей ИЖ и их комплектующих, производство которых было развернуто при поддержке Устинова на оборонных заводах и НИИ Перми и Ижевска. И прямо сейчас в память о Дмитрии Федоровиче Устинове в музее «Ретро-гараж» реставрируется первенец ижевского автозавода ИЖ «Сатурн». Еще один этап реализации проекта – открытие стендовой композиции «Лица горнозаводской цивилизации» на пешеходном участке улицы Крупской. Пермский автомобильный музей «Ретро-гараж» представляет выставку «Лица горнозаводской цивилизации». Экспозиция составлена из 10 стендов, расположенных вдоль пешеходного маршрута по улице Крупской в Мотовилихинском районе Перми. Стенды рассказывают истории о великих людях, чьи имена связаны с историей Перми и Мотовилихинского района. Экспозиция подготовлена совместно с Государственным архивом Пермского края при поддержке Фонда президентских грантов. Здесь достаточно много информации, да, и она подана достаточно легко, то есть можно фотографию посмотреть, почитать о вкладе человека. Это очень активная зона прогулки пермяков. Я думаю, что не только мотовилихинцы здесь ходят, но и приезжают жители других районов, что у них есть такое еще содержательное, возможно, содержательного такого изучения, развлечения, да, такого. В проекте «Аристократы горнозаводской цивилизации» использован имеющийся опыт организации междисциплинарных ярких событийных мероприятий с партнерами музея «Ретро-гараж», который оказался крайне полезным. В них задействованы мощные сущности, живая музыка Пермского губернского оркестра и живые автолегенды, которые стали классикой. Как показала практика, это обеспечило повышенный интерес к мероприятиям проекта той части молодых людей, которые ранее не принимали участие в предшествующих мероприятиях и не задумывались о величии пермской индустриальной истории. Великолепно! Внук
меня от машин не отпускает. Два раза зафотографировал, два раза заснял. Великолепно, для детей, для взрослых. Оркестр просто чудо. Погулять, да еще и погода плюс. Здесь в Перми такое нужно. Нужно. Это потрясающе. Сложно даже писать словами, насколько все-таки Пермский губернский оркестр создает атмосферу праздника, создает атмосферу вот этого сочетания прогулки вдоль набережной и праздника города. Ну, праздничное настроение, и тем более добавлены вот это машины, которые создают вот этот, не постесняясь такого слова, аромат ретро, да? Все вот это сочетание, музыка, картинка реки, люди с улыбками, все это настолько наполнено радостью, что чувствуется действительно праздник. И для каждого жителя города, да и для гостей, я думаю, это очень приятный сюрприз. О том, что такие события нужны региону, говорят и в руководстве Пермского края. Вот юбилей города Перми, мы видим очень много таких интересных форматов. Недаром даже летний фестиваль назывался «Город встреч», когда встречались в рамках культурных мероприятий самые разные виды творчества, и спорт с культурой, и вот ретро-автомобили с духовым оркестром. Мне кажется, это прекрасно. Всегда такие неожиданные миксы дают очень интересные эффекты. И, как мы видим, люди в восторге, людям нравится. Кто-то смотрит машины, фотографируется, кто-то слушает музыку, пританцовывает. Это прекрасно. В принципе, любые коллаборации, они всегда дают что-то новое, неожиданное, интересное. Мне кажется, это правильно. Проект, который в этом году реализовал «Ретро Гараж», при помощи гранта, который они получили от президента Российской Федерации, я считаю, получился на все 100%. Мы как бы видели выставки, которые были посвящены и эвакуации в город Пермь крупнейших предприятий, и истории, связанные с эвакуацией сюда из Санкт-Петербурга, и детей Санкт-Петербурга, и промышленности. Поэтому вот сейчас финальное представление. Пермский губернский оркестр, прекрасная музыка, прекрасные ретро-автомобили, которые показывают развитие нашей страны через автопром. Поэтому я уверен, что выставка однозначно, сегодняшнее мероприятие получилось. Самое главное, что посыл передачи традиционных ценностей от поколения к поколению, я думаю, это вот важное, самое главное, что реализует ретро-гараж своими мероприятиями. Кроме того, в рамках реализации проекта школьникам и студентам Перми были прочитаны лекции и проведены экскурсии. Публичные, событийные и просветительские мероприятия проекта подарили молодежи и подросткам совершенно новые, яркие и незабываемые впечатления. Дали повод для доверительного общения разных поколений, затрагивающих мощный индустриальный пласт исторической памяти о малой родине. Новое смысловое содержание культурного досуга открыло для подростков и молодежи чувство гордости и уважения к своей родине, которым хочется поделиться со своими сверстниками. Проект положил начало для долгосрочного сотрудничества Перми и Санкт-Петербурга по увековечиванию памяти Дмитрия Устинова, всестороннего раскрытия в роли военмеха, одного из ведущих технических вузов России, и становления развития высокотехнологичных видов деятельности в Пермском регионе. Главной целью мы ставили предоставить молодежи исторические материалы о ярких событиях, которые происходили с нашей индустриальной историей, с тем, чтобы молодежь гордилась и любила свою малую родину. Я считаю, что практически все результаты успешно достигнуты. Просветительские мероприятия масштабные прошли, как и в учебных заведениях, так и на городских площадках. И губернский оркестр, и паровозы с железной дорогой, и публичные выставки автомобилей. И надо сказать, что планы мы даже слегка перевыполнили, потому что никто не планировал, например, проводить Пермские дни в военмехе, которые с 6 по 8 сентября этого года прошли на двух питерских площадках. Это, собственно, и сам БГТУ «Военмех», это еще и Музей обороны Ленинграда. Наши пермские коллеги-историки выступили там со своими докладами. Аркадий Константинов, доцент речного училища, кандидат исторических наук. Андрей Александрович Маткин про пермский период эвакуации военмехов Молотов.
в общем, на достаточно высоком уровне. Причем эти мероприятия прошли по предложению военмеха. Мы их совместно успешно реализовали. И надеемся, что они станут ежегодными, традиционными, регулярными. Но на этом работа не заканчивается. Документы на следующий президентский грант уже сформированы. Рассказ о пермской индустриальной истории будет продолжен.